Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот проезжал мимо госпиталя для животных. И вот, когда проезжал, увидел такую картину. Ребята тут как-то вот занимаются с котом. То есть это что такое? Как бы полуаквариум такой с дорожкой. Они держат кота. Кот идет по дорожке, но в воде. Ну, вот такая вот картина. Я, конечно, когда это увидел, я обалдел. Ну и решил это снять, естественно. Почему? Потому что не всегда увидишь кота вот так в воде. Его глаза, конечно, я вот тут если передам на съемке. Он, конечно, немножко котик обалдел от всей этой, видимо, процедуры. Но идет котяра, и все нормально. Вот. Это мне понравилось, и я решил вам это показать. Ну, что-то еще будет интересное по дороге, я вам обязательно покажу. Всего, до новых встреч!